Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки, Ниндзя, Легенды, ежедневные награды, Лига Сёгунов 3 звезды. Хотелось бы посмотреть, не сбросили ли меня с моего пьедестала. Так, зайдем в магазин бесплатно. Ну-ка, покажи мне. Если... Нет, ребят, опять никакого ДНК мне не дадут. Да что ж такое-то, что за нефарт такой пошел? Так, забираем, ребят, здесь реворд. Поднять уровень персонажа. Ну, как я вам и обещал, ребят, я... Стиранка прокачал до 45 уровня. Это пока максимальный, который мне был доступен. И давай поднимем, наверное, нашего крысиного короля. У меня 13 тысяч мутагена. Да, почему бы и нет-то? Все, ребят, тоже максималка. Отлично. И что мы можем с вами? А мы можем с вами найти ДНК. Да, именно на крысиного короля. Кстати, на стиранка тоже. Сегодня мы поищем. Поехали. Найти. Так, начнем с него именно. Да-да, ребята. Так, пока ничего удачного нам не получилось. А здесь что? Вот, одно ДНК мы с вами уже выбили. Это большой плюсик. Давай второе, пожалуйста. Ух ты, а почему такой кидок? Всего лишь одно ДНК мне дали, а? Из трех, ребят, попыток. Эй, не надо, игра, не поворачивайся ко мне одним местом. Так, хорошо. Дашь еще, пожалуйста, дай вторую ДНК. То есть, ребята, 3 ДНК мы с вами выбили. А, у нас еще здесь есть. Я забыл, что у нас здесь очень много попыток. Так что давайте, ребятушки, как говорится, и здесь тоже выбьем. И потом уже перейдем плавненько к стиранку. К Ивану нашему. Ну-ка. Да, не очень хорошо, конечно, у нас тут зашло все с крысиным королем. Не знаю почему. Игра меня, видите ли, огорчает. Так, ну что, стиранка? Да какие навыки? Мне не навыки нужны, а мне нужны твои ДНК. Поехали. И... Мимо кассы, опять же. Ну, хорош, игруля, ну, улыбнись. Да ладно, вы издеваетесь. Вот серьезно, что ли? Всего лишь одно ДНК дадите мне? Точно. Ну, давай здесь попробуем. Может быть, тут улыбнется. Ага. Пока хорошо. Давай сразу... Хотел сказать, давай сразу 3, и у нас закончилась, ребята, пицца, к сожалению. Ну, разве это не грустно, а? Для меня так лично очень грустно. Ладно, забираем, ребят, с вами реварды. Так, и что там, пройти серию испытаний? Ну, давай пройдем серию испытаний, у нас с вами... Так, погоди-ка секунду, мы можем сюда, да, ведь можем? 73 уровень, 74-й, я... Ой-ой-ой-ой-ой. А как это... Как это у нас, ребята, так печально все выходит? Тогда мы сюда не пойдем. Мы, наверное, вот сюда вот с вами побежим. Тут 67 уровни. Так, давай, Лео, Раф, Железноголовый, Рахзар. И придется, ребят, брать Змеюка, Рай, как ни странно. Остальные все у меня, а точнее, Крис и Зек в отключке. И я не собираюсь их, ребята, за доллары возвращать к жизни. Я лучше сделаю сброс. И буду играть я здесь сам. Начнем вот так вот. О, так, давай-ка подхиляемся, да, почему бы нам не подхиляться? Вот так вот. И крик души от змеи Карай. Не особо хорошо. Ты посмотри-ка, а? К север-то бомбанул сейчас, неплохо, Рафика. Так, Лео, держись. Держись, родной. Мимо. Ты представляешь? Мимо. Я делаю провокацию. И... Блин, вертушка, боюсь, не прокатит здесь. А вот так вот прокатит или нет? К северу как будто и не бывало. А сейчас попадем? Офигеть, ребята, у них у ворот. Вот вам серьезно говорю, у ворот просто обалденный. Так, он значит... Слушай, ну это нам не страшно. Контрудар уже, как говорится, здесь не актуален. Все, вторая волна, давай посмотрим. Я, ребят, буду сброс делать. Вы уж извините. Так, и начнем мы, пожалуй, здесь с Пиццелицева. Тыч! Так, вертушку, обязательно делаем вертушку от Леонардо. Она должна тут покромсать многих. Двоих даже убрали с поля боя. Ага. Рафаэль, какой-то ты у меня... Ой, ну да, Рафаэль, почему ты у меня здесь слабенький? Постоянно получаешь люли, звездюли. Нет, Пиццелицы, надо тебя забомбить вначале. Так, теперь. Не упал, ты посмотри. А вот так вот. Опять не упал. Ну а так... здорово получилось. Так, понижает ничего там, защиту. А если мы вот так тебе... Упс, пардончик, как говорится. Да, ребят, мы прошли серию испытаний.
В принципе, это как в обязательном порядке нам нужно все время проходить, если мы хотим с вами получать по 5 карточек на откат для лиги. Так, забираем последние с вами реварды. Плюс одно ДНК на Рафаэля нам дают. Так, и переходим сюда. У нас с пиццей как? Напряг? Оу, слушай, у нас пиццуля есть, ребят. Давайте быстренько отберем все это, как говорится, у пиццелицева, да? И кого мы? Мы, по-моему, с тиранка с вами до сих пор не нашли. Ну, я имею в виду, у нас кончилась пицца или мы нашли. Ладно, не имеет значения. Для начала заберем всю пиццу, которая здесь есть. Пооткрываем ДНК. И потом мы с вами, естественно, отправляемся на лигу. Будем шуршать. Кстати, я... Смотрите, ребята, у нас же испытание, да? Я вот пошел на эксперт, на Армагеддон. И прошел, как видите, эпизод второй на 3 звезды. Третий, к сожалению, не потянул. Но не потянул почему? Смотрите, ребята, мне дали вот таких вот персонажей. То есть 50-го и 45-го. Можно было бы, конечно, вот этими двумя попробовать, но... Армагон, конечно, лютует там очень сильно. У него там такие удары, что Рафаэль мой рассыпается. Но а Леонардо, конечно, выживает. В принципе, почему и получается там всего лишь одна звезда. Так, ладно, продолжаем с вами бомбить пиццу. Следующее, кстати, будет испытание там на осколки, если вы успели, конечно, увидеть. А осколочки, вы знаете, нам нужны. Кстати, сегодня что у нас? Воскресенье, да? То есть завтра, получается, мы, ребят, с вами получим наши платиновые осколки. И, соответственно, мы с вами проапаем персонажа. А вы мне так до сих пор и не написали в комментах, кого нам лучше всего проапать. Я думаю, что вы согласитесь, если это будет Леонардо. Так, ну что, давай еще. У нас третий бой, получается, да? Еще два потом. Можно было бы, конечно, это все, ребята, и не делать, да? Но тогда у нас будет с вами кач очень и очень долгий и медленный. Там уже пицца никогда не бывает лишней. Это наша энергия, как-никак. Другого способа, ребята, нету. Но единственное, конечно, если мы с вами уходим, она постепенно сама по себе накапливается. И все. Так, последние два боя сейчас быстренько с вами завершим. И пойдем уже, наверное, на лигу. Так, хорош, успокойся. Тресь. Такая затрещина ему. Раф, ну зачем? Блин. А это еще и поджигает. Железноголовый. Тут, кстати, такой думаю, а дай-ка я раскачаю Леонардо на 81 уровень. Мне как замочили. 20 тысяч этого мутагена приготовь на повышение только лишь одного уровня. Я сижу и призадумался. Ё-моё, это ж сколько я буду своих персонажей по времени прокачивать до сотого уровня. Ведь здесь сотый максимальный. Я просто в шоке был. Вот серьезно вам говорю. Это офигеть, сколько времени. А раньше я помню, где там, в самом начале, да, у меня был престиж. Ну, то есть я платил, сколько там, 650 рублей в месяц, по-моему, да. Мне давали дополнительные ДНК, дополнительную энергию. Но, опять же, не все сразу, а там приходилось там через месяц там давали тебе одно, другое, третье. В общем, у меня были все ячейки открыты. А потом я подумал, да ну, 650 рублей в месяц, это как-то накладно. Тем более для вот такой минимальной помощи. И, конечно же, отказался от этой подписки платной. Вот, а теперь сижу, блин, как же ее мне не хватает. Ну, не буду, ребят, подписываться. Играем честно, все, играем честно, без всяких тут донатиков. Ладно, мы с вами, короче, получили пиццу. Всю полностью забрали. И давайте вернемся опять в список наших героев. И посмотрим, у нас... Так, крысиного короля мы нашли полностью. Так, да елки-палки, меня так и тянет вот в навыки, в навыки. Не в навыки мне нужно, а мне нужны... вот. Ну да, ребята, мы его не нашли полностью, поэтому продолжаем искать. Улыбнулась нам удача. Давай еще разок. Ага. Нет, к сожалению. Хорошо, и хотел посмотреть, сколько у нас ДНК на Армагоне. Блин, ребят, я искал, искал, я выбивал, выбивал. И лишь только 21 ДНК, ё-моё, а нужно 80, это чтобы получить только ему четвертую звезду. Ну потом, конечно, на пятую там нужно будет просто-напросто мутаген применить, но все равно это долго. Так, следующий кто у нас будет-то? Следующий будет у нас тогда Мондагекка. Давай попробуем найти на него. Сколько там еще, кстати? Оу, 100 пиццы. Хорошо. Ё-моё, нифига.
Так, давай вторую попытку. Кто-то мимо. И третья попыточка у нас, надеюсь, удачная будет. Да, хорошо пошло. Так, 58 еще пиццы. Куда ее потратить? А я знаю, кстати, куда. Я думаю, ребят, вы не будете против, если я ее вот сюда потрачу. Поехали. Ой, погоди. Не так, вот так. Ну-ка. Что нам, ребята, тут выпадет, интересно? Не-не-не-не-не-не. Да почему ж ты перепрыгнула? Ну зачем мне бибоп этот с одной? Поехали еще. Ну. Тормозим. Эть, давай вот сюда, ну. Ага, вот хренушки, ребят, вот специально так делается все. Ну и последний раз мы с вами крутим рулетку. Рулетку счастья. Тормозим. Так, так, опять, да? Нет, смотри-ка, на Рокстеди. Две ДНК получили. Ладно, хорошо поиграли. Ребят, конечно, у нас очень мало телепортов, но зато 5 откатов есть. Что я хотел? Я хотел зайти сюда и посмотреть. Угу. Блин, а стоит ли тратить сюда порталы, чтобы искать нам Армагона? Причем вы видели прекрасно, у меня только лишь 21 ДНК, а нужно 80. То есть офигеть, как долго и нудно его искать. Может быть, мне проще вот здесь кого-нибудь поискать, а, ребят? Давай попробуем. Ну, кольцо крутости, вот оно мне вот больше всего нужно, это кольцо крутости ваше. О, Микеланджело Космос, ладно, хорошо, годится. Что тут? Рафаэль Космос, отлично. Давай Леонардо Космос, и все будет нормуль. Нет, нам дают 2 бакса. Так, а что здесь? 35 жетонов. Слушайте, конечно, вот эти вот порталы, ребята, не из дешевых, чтобы их вот так вот, честно говоря, сплавлять. 500 долларов за соточку. Это, кстати, надо их прикупить. У меня как раз 500 долларов. Так, вот, ребята, 100 штучек, 500 баксов. Да, я покупаю. Отлично. Ну что, все. Можно смело отправляться, наверное, ребят, нам с вами на арену. Так, 70 сюриков мы с вами получили. Кстати, здесь тоже 70, итого у нас 2000 сюрикенов. Ладно, я пока тратить не буду их в магазине. Единственное, что я хотел посмотреть, это сколько у меня, ребята, жетонов. 79. Маловато, нам нужна соточка. Ладно. Все, ребят, теперь уже точно идем с вами на арену и смотрим. Смотрите, меня сбросили, я ранг 21, имею в Сёгуне 2 звезды. Надо быстренько-быстренько все это наверстывать. Так, берем Леонардо, берем... так, подожди, Железноголового не будем. А вообще-то будем брать его. И возьмем мы с вами также Карайку, наверное, Бакстера и Тигра. Стоит ли тигра нам брать? Не, давай вот змею Карай возьмем. Все, слушай, по-моему, зря я так сделал. По-моему, зря. Инициатива у нас у Железной головы, по-моему, маленькая. Ладно, посмотрим. Он не будет у нас ходить. Или будет? Черт его знает, сейчас посмотрим. Ага. Так, что же нам сделать? Ну, давай попробуем, я рискую, ребят. Чик. Фигово. Так, снято, ладно. Оу, отлично, ребят, все получилось хорошо, без потерь. Поэтому бонус получаем в полном объеме мы с вами. Так, 21-я позиция была, да, должна, по идее, стать где-то 12-я, 13-я, 15-я. Ну, по моим расчетам. Давай посмотрим, какая. Даже 8-я, вот это круто. И, конечно же, мы продолжаем с вами бой. Нешуточный. Так, я возьму Леонардо, опять же, его в откат. Возьмем здесь с вами Зека и, пожалуй... Пожалуй, мы возьмем вот этих ребятулек. В принципе, Зек и Лео справятся вот с этими ребятами без проблем. Я надеюсь на это, я верю в них просто-напросто. Для начала, конечно же, мы бросаем бомбочку от Зека. Посмотрим, сколько урона она нанесет. Ну, прилично, хотя, наверное, не хватит нам, чтобы их подбить всех. Проверим сейчас. Так, стиранка остался. Ладно, делаем суперудар от Шреддера. Я буду надеяться, что он... Опа! Тихо. Есть. Повезло-то как. Если бы он сейчас, ребят, достал бы свой пулемет и начал бы стрелять по моим героям,
Ну, как минимум, наверное, 2 бы точно упало. Это крысиный король, как пить дать, повалился бы. И, возможно, муха Бакстер тоже упала бы. Но, тем не менее, ребят, я возвращаюсь в Сёгуны 3 звезды. Ну, вы знаете, почему я именно стремлюсь подняться выше по рангу, чтобы получить побольше призов, ребят. Это все для нас, для вас и для меня, ребят. Так, поехали. И у нас тут... я, наверное, буду вот с этими... вот с этими архаровцами драться. Опять же, Леонардо мне здесь нужен. Все-таки я думаю, что его надо прокачивать на платиновую звезду. Но он у меня просто убер, ребята, рулит не по-детски. Вы это сами прекрасно видите. Я без него практически как без рук. Ничего не могу сделать. Так, что, неужели нам... ну, ладно, давай возьмем еще Зека и... и Рокзара я возьму. Все, поехали. Всего 2 боя, ребят, мы здесь с вами успеем еще провести. Потом у нас кончатся откаты. А вы знаете, что у меня не так много персонажей высокоуровневых, которыми я мог бы здесь играть до бесконечности. Так, что такое? Опа! Опа, вот это для меня новость. Так, давай, Рокзарчик родной. В провокацию, правильно. Так, вертушка от Леонардо. И кто упадет? Упали все. Как ни странно, упали все. Да, ребят, непредсказуемый этот Лео. Бомбит, не бомбит. Но победа за нами. И у нас 80-е, да? 83-е. Ну ладно, уже близко. Так, еще, ребят, мы с вами осилим один бой. Я буду драться с менее сильным персонажем, игроком. Берем вот так. Также мы возьмем Рафаэля. Ну, здесь можно Криса взять. И вот этих вот двух последних. Кстати, Эйприл, подождите, ребята, надо будет потом глянуть. Не забыть, чтобы посмотреть на Эйприл ДНК. По-моему, там не хватает нам 2 или 3. Тихо! Почему? Паукус! Не надо, не надо, не надо, пожалуйста, я прошу. Я хиляться... нет, я не буду хиляться, ребят. Ага. Так, хорошо. Кто у нас тут будет первым ходить? Будет Лео ходить, но я ему не должен этого позволить. Все. Так, дальше мы с вами... дальше мы с вами... да, дальше мы с вами делаем вот так вот. Хиляемся. А, нет, даже не хиляемся. Слушай, а мы сможем добить? Е! Круто! Блин, ну, конечно, паук с меня немножко сейчас напугал, потому что у него очень было мало здоровья. Я думал, сейчас, если кто-то по нему просто хоть плюнет или посмотрит искоса на него, он упадет тут же сразу. Но все у нас хорошо получилось. И какая позиция? 70-я, ребята, позиция вообще офигенная. Я думаю, что за... у нас, кстати, еще один откатик остался, но... смысла его, конечно, нету тратить. И я хотел зайти в список, посмотреть, кстати, на Эйприл. Ага, вот она, наша красавица. Давайте посмотрим. А я всю пиццу потратил, да? Ой, дурила, дурила, ребята. Сколько там нужно? 12, у меня как раз 12. Че вы мне свистите? Видимо, только накопилось, да? Есть. Отлично, ребята. Потом попозже я зайду в игру, посмотрю, может быть, у нас... всего лишь 2 ДНК найти, и мы ее сможем прапать на 5 золотых звезд. И Эйприл уже будет неплохой хиллером в нашей команде. Это, наверное, будет лучшим. Хотя у нас лучший пока в данный момент это Шреддер. Так, где он у меня? А, нет, нифига, ребята. Шреддер у нас не лучший. Будет все-таки Эйприл лучшая. Угу. Ну что же, в принципе, наверное, кстати, блин, еще одно ДНК на крысиного короля, и он станет у нас 4-звездочным. Хм. Блин, еще сколько впереди всего прикольного и интересного, я вам скажу, ребят, только надо немножечко, конечно же, подождать. Ну что же, а с вами был Рэй, всем большое спасибо за просмотр, и до новых, ребята, скорых видосиков.